Ветер вырывает из рук последние деньги. Где это ветер вырывает из рук деньги? Не вырывает, это папа так шутит. Миру, я же сказала, отложи телефон. Почитай или позанимайся. Но выходные ведь для отдыха. Отдохни от телефона. Привет. Привет. На улице как-то совсем круто. Я читала, что в Хапсулу одного дома уже снесло крышу. Но центр шторма еще только надвигается. Мирьям, мама же сказала. Да-да. И что у нас на ужин? Что будет, то и будешь есть. Очень вовремя. А что теперь на ужин? Не смешно. Ай-яй-яй, плохо дело. Плохо дело. Что же теперь будет? Я не знаю. Ха-ха. Посмотрите на это. Вот и пригодилось. Это такая особая лампочка. Так, сейчас. Держи. Это такая специальная лампочка. Когда электричество есть, она заряжается. Когда электричества нет, то... Вот оно. 8 часов держит. Гениальное изобретение. Правда я крут? Крут-крут. Я смотрю, красных точек здесь становится все больше и больше. Каких еще красных точек? Отключений. Электричество. А. При такой погоде восстанавливать трудно. У меня телефон сел. Ну, в твоем случае это хорошая новость. Индрак снизу просит батарейки. Я дам ему еще пару свечек. Как думаешь, свечи для кладбища странно предлагать? Странно. Не странно. Не идет, не идет. Что ты смеешься? Я вчера наполнил водой ванну. Воды хоть залейся. Хм. И долго это будет длиться? Я не знаю. С телефоном какая-то проблема. Интернета нет. Та-дам! Старый добрый двухкассетник. На батарейках и с радио. Так. Подожди. Много дней отключилось электричество. Поскольку без электричества не работают, например, пропускные автоматы, платежные терминалы, шлагбаумы, карточки, у нас проблемы с покупками и услугами. Имейте в виду, что электричество может вернуться не скоро. Не паникуйте, запаситесь терпением. Электричества, значит, не будет. Индра? Да. Хотел занять воды. Я дал ему те 2 5-литровые канистры, что у нас были. Скоро нам самим понадобится. Ну да, но в бойлере еще есть. И кто-то сегодня утром опустошил сливной бачок. 7 литров одним нажатием. Ио, ну уж я из унитаза пить не буду. Это совсем обычная вода. Такая же вода, как из крана, Мирьям. Но мы ее наливаем через фильтр, чтобы барышни не морщились. Но вот еще что, дети. Я покажу один фокус. Но... Слушай. Ага. Если что-то случилось, если нет связи, и нужно позвонить, нужно позвать на помощь, например, если заблудились, то вынимаем из телефона сим-карту. Тогда телефон начинает искать самый сильный сигнал любого оператора, и после этого можно будет все равно звонить 112, ясно? Ну, что еще? Ничего. Просто приятно, что ты так подготовился, все продумал.
Правда? Иди-ка сюда. Слушайте, ну хватит, странно даже как-то. О, хорошая песня. Хорошая песня, да? А, дети, слушайте внимательно. Да. Правда ведь, а? Хорошая. У меня настоящая барабанная установка. Следите за официальными сообщениями и соблюдайте правила поведения. Оставайтесь в помещениях. При сильном шторме могут нарушаться услуги связи, в приборах могут сесть аккумуляторы. Не попадайте в информационную ловушку.